сейчас вам покажу бомбический костюмчик. Нашла классный магазинчик, где огромный выбор одежды по очень доступным ценам. Ссылочку оставляю, а сейчас вам покажу костюм. Так, я себе заказала костюмчик, эсочку. А сейчас покажу немножко поближе по ткани. Он такой мягенький, плюшевенький. Что хочу сказать, ссылочку вам оставляю. В этом магазинчике море одежды. Можете обновить себе гардероб. Так, поехали. Класс. Он мне уже нравится. Какой же он приятный на ощупь. Бомба. Тут штанишки и кофточка на змеечке. Так, размер эсочку говорила. Мои сладкие, что хочу сказать. Я в восторге. Очень качественно пошита. Приятная ткань. Кстати, по цене очень выгодно. То есть в этом магазинчике я мониторила достаточно низкие цены. Девочки, костюмчик, у меня здесь эсочка, материал плюшевый велюр, очень круто, такой мягкий-мягкий, класс. Так, все, я пошла мерить, круть. Так, мои хорошие, что я вам хочу сказать, костюм, пушечка, шикарно, по размеру сел круто, а тут два кармашка, класс, красота. Мои хорошие, что хочу сказать, магазинчик проверенный, ссылочка вот здесь. Кому нужны новые шмоточки, прошу сюда. Что хочу сказать, осталось довольно безумно этим магазином, все шикарно. Что хочу сказать вам в целом, что это мой самый любимый костюмчик, потому что в нем все идеально. Класс. И цвет. Ну, я выбрала этот, там есть разные цвета. И ткань классная, и пошит. Я решила с вами поделиться своими мыслями. Вот мне очень понравился этот костюм, реально шикарный. Что я захотела себе еще такой же, только другого цвета. Чтобы были они разные, я могла их одевать под разное свое настроение.